We're gonna make it past tense. You're gonna be male voice, you're gonna be female voice, you're gonna be neuter gender, and I'm gonna be plural. It's all about the ending. Let's take the word смотреть. Смотреть. It's just a normal word from the dictionary. It doesn't have any gender. Okay? If you are a guy, you need to change it, the ending to смотрел. Put L on the end. Смотрел. Смотрел. Put L on the end. Смотрел. Слушать. Change. Слушать. Слушател. Слушал. Слушал. Take away T and make it L. Слушал. Пить. How would you say? I drank. Пил. Пил. Курить. I smoked. Курил. Курил. Ла-ла-ла. Okay? You're gonna be la. La-la-la-la-la. Like a girl. Okay? Смотреть. How would you say? Смотрела. 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 So, without I watched. Without T. Yeah. Yeah. Пить. Пила. Пила. Mm-hmm. Let's say дать. Дала. Дала. Ага. Взять. Взяла. Взяла. So you female. I'm gonna be plural. So my ending gonna be ли. Мы пили. We were drinking. Пили. Мы смотрели. Мы курили. Мы работали. Ли-ли-ли. I'm plural. And you're gonna be neutral gender. So you need to put everything or. Смотреть. Take away T. You know the last T? Yes. Don't pronounce. Take away. Смотрело. Смотрело. Работать. Работал. Работало. Работало. Ага. А дать. Дало. Дало. Взять. Взято. Взяло. Взяло. So you don't pronounce this T on the end, just forget about ло. Спать. Спало. Спало. Говорить. Говорило. Ага. Okay, we're starting from a gel, and then okay. We'll go. Смотреть. Смотрело. You are masculine gender, you need L, just L. Л. Смотрел. Смотрела. Смотрели. Смотрело. Слушать. Слушал. Слушала. Слушали. Слушало. Yes? Да. Говорить. Говорил. Ага. Говорила. Говорили. Говорило. That's good. Есть, it's a regular verb, so we're just gonna use only е letter. So е. Ел. Да. Ел. Ела. Ела. Ели. Ело. Ело. It ate. Ела, лала, feminine gender, ел, ел, masculine, ели, they, plural, ели. Пить. Пьел. И пил. Пил. Да. Пил. Пила. 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 Пили. Пило. Пило. Хорошо. Спать. Спал. Да. Спала. Спали. Спало. Good. Работать. Работали. Работала. Работали. Работало. Дать. Дал. Дала. Дали. Дало. Хорошо. Взять. Взяли. Хорошо. Good. Взяла. Да. Взяли. Взяло. Хорошо. Взял. Masculine. He took. Курить. Курил. Да. Курила. Курили. Курил. Курило. Да. Курило. Хорошо. Звонить.
Звонил. Да. Звонила. Да. Звонили. Звонило. Now I'm gonna say the verb. You're not gonna know the translation, but it doesn't matter. Just make it into past tense. So I'm gonna say готовить. Готовил. Да. Готовила. Готовили. Готовило. So we just say that we prepared. Готовил. Готовил. Готовила. She cooked. Писать. Писать. Писай. Писаем. Писал. Писал. Да. Писала. Писали. Писало. We just say that we wrote a letter, for example. Читать. Читаем. Читала. Читали. Читало. Хорошо. Very хорошо. Хорошо means good. Good. Хорошо. Хорошо. Прыгать. Прыгал. Да, хорошо, very good. Yeah. Прыгала. Прыгали. Прыгало. 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 It means jumped. Everybody just said that they jumped. Прыгало. Прыгало, yes. Jumped. Прыгала. Лала. Прыгал. Мыть. Мел. Мыл. Мел. Да. Мыло. Мыло. Мыли. Мило. Мыло. Мило. Which means washed. Мыл. A sound. Мыл. Знать. Знать. Знаю. Знал, хорошо? Знала. Знали. Знало. Which means I knew. I knew. We just say that I knew. Знал. Masculine. Знала. Feminine. Знали. Plural. Знала. It knew. New to agenda. Понимать. Understand. Понимал. Ох, как хорошо. So good. I got it. Хорошо. Хорошо. Понимала. Понимала, да-да-да. Понимали? Понимало. Понимало. Я. We can open a dictionary. Любить. Love. Love. Любил. 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 Да? Любила. А, хорошо. Любили? Любило. Любило. Да. Танцевать. Dance. Танцевали. Да. Танцевала. Танцевали? Танцевало. Танцевала. Очень хорошо. Танцевал. Masculine. Танцевала. Feminine. Танцевали. They. Plural. Танцевала. It danced. New to agenda. You can say any verb in English. Like, what do you want to know? To study. Учить. Учил. Да. Учила. Учили. Учило. Учило. Хорошо. Run. 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 Бежать. Бежали. Да. Бежала. Бежали. Бежало. Хорошо. Бежал. Бежал. Masculine. Бежала. Feminine. Clean. Clean. Depend. Okay, let's see. Убирать. It, clean the house. Убирать. The house. Убирать. Убирали. Да. Убирали. 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 Убирало. Убирало. Хорошо. Убирал. Masculine. Убирала. Feminine. Убирали. Чувай. Buy. Good one. Купить. Купил. Купила. Купили. Купило. 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 Mm-hmm. Yes. New to agenda
It's the all the words that ending on o or e, like for example, небо ending on o, it will be neuter gender. Feminine gender, it's something that ending on a, like мама, my name Ирина, let's say, луна, moon. So it's gonna be feminine gender. Masculine gender, something that abrupt, like стол, бар. And neuter gender has o on the end. Yeah, but anything can be a neutral gender. No, no, no. There is only the words that ending on o, or e. Mm-hmm. It's not so many of them. Like окно ending on o, so it's neutral gender. Вчера. 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 Вчера means yesterday. Работать. Masculine. Вчера работе. Работал. 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 Вчера. Вчера. Работал вчера. I worked yesterday. Работала вчера. Хорошо. Работали вчера. Работало вчера. 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 Normally, but в you say like в вчера. 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 Хорошо. Пить. Пил вчера. 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 Пила вчера. Пили вчера. Пили вчера. Пило вчера. Uh-huh. Ходить, it means went. Went. I went to the club, I went to the shop. Went yesterday. Ходить. Ходил вчера. Uh-huh. Ходила вчера. Ходили вчера. Ходило вчера. Вчера. Let's say we went to the shop yesterday. Ходили в магазин. В магазин. В into магазин shop. Ходили в магазин. We went to the shop. Say I went to the shop from a masculine point of view. Say again, please. Ходи, ходить. Ходил вчера. Вчера в магазин. Вчера в магазин. Ходила вчера в магазин. Магазин. В магазин. Ходили вчера в магазин. Ходило вчера в магазин. Вчера. Yeah. I went to the bar yesterday. Ходил, ходить. Ходил вчера. В бар. Бар. В бар. Uh-huh. Ходила. Ходила. Ходила вчера в бар. Uh-huh. Ходили вчера в бар. Ходила вчера в бар. Uh-huh. Окей, звонить. Звонить. I called yesterday. Звонить. Звонить вчера. No, no, you are a guy, so you need to say... Звонил. Вчера. Да, ты. Звонила вчера. Хорошо. Звонили вчера. Звонила вчера. Ага. Работать. I worked yesterday. Работать. Работал вчера. Работала вчера. Работали вчера. Работало вчера. Дать. I gave yesterday. Дать. Дал вчера. Дала вчера. Дали вчера. Дало вчера. Дал вчера. Спать. I slept, right? Yesterday. Спать. Спал вчера. Спала вчера. Спали вчера. Спало вчера. Пить. Drank yesterday. Пил вчера. А пила вчера. Пила вчера. Ой, много. Водка. You only drink чай, да? Чай и кофе. Мы пили вчера. Мы пило вчера. Ты пила вчера. Хорошо, и let's take говорить. We talked yesterday. Говорить. Говорил вчера. Говорила вчера. Говорили вчера. Говорито вчера. Говорило. Говорило вчера. Хорошо. Слушать. Слушал вчера. Да, I listen. Yeah. Слушала. Да. Вчера. Слушали вчера. Слушало вчера. Слушал вчера. Слушала. Вчера. Смотреть. Смотрел вчера. Смотрела вчера.
Смотрели вчера? Смотрела вчера. And now we're gonna finish with this sentence. Я watched movie yesterday. So, мы смотрели вчера фильм, movie. Мы смотрели вчера фильм. You, Мэйл? Я смотрел... Oh my gosh. Say again. Смотреть. So make it into past tense masculine. Я смотрел... Вчера. Вчера. Фильм. Фильм. Movie. Смотрели вчера фильм. Have fun. Good. Мы смотрели вчера фильм. И смотрела вчера фильм. Easy. Easy. Yes. Kinda. Спасибо. Спасибо. Спасибо.